Всем привет! О том, что Полина Гагарина разводится с мужем, стало известно несколько недель назад. Дмитрий Исхаков подтвердил печальное известие, а вот певица пока не комментировала ситуацию. Возможно, Гагарина просто слишком поглощена новыми отношениями. Несколько дней назад звезду застукали в объятиях с неизвестным мужчиной. Пара отправилась на шопинг в один из московских торговых центров. Голубки мило беседовали и обнимались, не замечая, что их снимают. Избранника артистки быстро вычислили. Им оказался музыкальный продюсер, известный под псевдонимом Чин Конг. Видимо, ребята познакомились во время работы над одним из треков Полины Гагариной. Правда, как оказалось, музыкант не свободен. По сообщениям некоторых СМИ, артист довольно давно состоит в отношениях с женщиной, от которой у него двое детей. По слухам, продюсер продолжает жить с супругой, заодно встречаясь с популярной певицей. Как шутят в сети, у Чин Конг, видимо, слишком много лишней энергии, раз тот успевает жить на две семьи. Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были вместе 5 лет. У пары есть 3-летняя дочь, которая, вероятнее всего, останется с матерью. Фотограф тяжело переживает развод. В личном блоге он часто публикует ностальгические кадры и полные отчаяния тексты. Также без 5 минут бывший муж звезды кардинально изменил внешность, став пепельным блондином. Дмитрий Исхаков, несмотря на разрыв с Полиной Гагариной, продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с певицей. Фотограф не оставляет без внимания ни 3-летнюю дочку Мию, ни своего пасынка Андрея. Исхаков заменил отца сыну Гагариной от первого брака с Петром Кисловым. Даже после решения о разводе Дмитрий не бросает детей и говорит о том, что они главные составляющие его жизни. Все остальное, по словам Исхакова, для него не имеет значения. Говорят, что супруги еще до свадьбы заключили брачный договор, по которому Гагарина сохранит за собой всю свою недвижимость и имущество. Другими словами, Исхаков останется после развода ни с чем. Ни для кого не секрет, что он зарабатывал в разы меньше своей звездной жены и большого участия в семейном бюджете не принимал. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!